слову, лечение серьезных заболеваний иногда обходится в сотни тысяч и даже миллионов рублей. Найти эти деньги простой семье, где ребенку, к примеру, с диагнозом ДЦП срочно нужна операция, бывает невероятно сложно. Этим ценнее становится вовремя оказанная финансовая помощь. Как раз сейчас депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергей Белкей добился того, чтобы маленькому жителю Ноябрьска из депутатского фонда были выделены деньги на дорогостоящее лечение в московской клинике. На сегодняшний момент тоже было принято решение. Мы изыскали возможность по финансированию лечения одного из маленьких жителей Ноябрьска. Сейчас в ближайшее время будет направлен в Москву на лечение, да, и на операцию. Поэтому эта тема тоже она животрепещущая, она как бы всегда есть, была и будет. Еще раз говорю, если бы можно было помочь всем, это было бы классно, это было бы великолепно.